Все, пора. Клади череп в резервуар. Наполни резервуар кровью из колодца и начнем. Твоя сила растет. Ты точно чувствуешь себя как обычно? Что? Кто пробудил меня? Если и здесь тупик. Ожил? Да. В сознании? Вряд ли. Где мое... Куда вы подевали мое тело, а? Нам нужен лорд Зир. Никогда не произноси при мне это имя! Лжец! Предатель! Кровопийца! Монстр! Он обещал вечную жизнь! И что? То есть ты служил ему? И это плохо закончилось? Было лето, осень, листья на земле. Я спускаюсь в город и исчезаю, чтобы уснуть, чтобы ждать, что теперь со мной будут. Наверное, он про город древних. Город воскрешения, все сходится. Чую его в тебе. Хотела тебя обратить. Все цепляется за перерождение. Я помогу убить его. И усну. Парт. Внимание! Не хватает эссенс. Я знаю такие барьеры. Мы не пробьемся. Надо уходить. Быстро! Только особый ритуал может преодолеть такую защиту. Мне нужно время на подготовку. Эй! Скажи, ведь ты же не пойдешь в город смертных. Запомни, с неумирающими поладит только тот, над кем не властна смерть. Сразись с кровопийцами! Разбей их армию! Брось ему вызов на равных! Подожди. У тебя вид человека, готового рискнуть абсолютно всем. Но ты необратимо изменишься. Еще сильнее, чем сейчас. Мы найдем другой путь. Нет другого пути, и не надо его искать! Обьем эту тварь его же оружием! Я знаю, где найти несколько кровавых охотников. Разыщи их, если надо. В санктуарии станет чище.
хватает эссенции. Чужак ведет свою армию в наше святилище. Слишком долго мы терпели их невежество и ложную веру, пока они играли с силами, недоступными их пониманию. Теперь они будут вечно расплачиваться за свое безрассудство. Так жажда все же привела тебя обратно к нам. Отрицать это глупо. Okay.
Больше времени.